апреля у сотрудников госавтоинспекции Лидского района появилась возможность выявлять правонарушителя с помощью камер видеофиксации, которые работают круглосуточно онлайн. В Лиде они были установлены на самых опасных перекрестках, на которых чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Это перекрестки улиц Советской и Ленинской, Куйбышева-Гастелло, Коммунистической Машерова, Кирова-Проспект Победы и Ленинской проспект Победы. За ситуацией на дорогах, а в частности на вышеуказанных перекрестках, можно наблюдать онлайн и в то же время выявлять нарушения, которые допускают все участники дорожного движения, будь то водитель, велосипедисты и пешеходы. Самыми распространенными правонарушениями со стороны водителей являются непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора, неправильное маневрирование на перекрестке, а со стороны велосипедистов и пешеходов – это пересечение регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. Следить за обстановкой на дорогах сотрудники госавтоинспекции с помощью камер видеофиксации могут не только в Лиде, но также и в Березовке. Там они установлены на перекрестках улиц Дзержинского, Школьной и 3 на улице Корзюка. Например, если водитель транспортного средства не предоставит преимущество в движении пешеходам, камера видеофиксации это фиксирует. В свою очередь, сотрудник ГАИ, который непосредственно контролирует обстановку на дороге с помощью камер фотофиксации, тут же передаст эту информацию ближайшему наряду дорожно-патрульной службы, который осуществляет патрулирование вблизи данного перекрестка. При этом наряд ДПС примет незамедлительные меры воздействия в отношении данного правонарушителя. В тестовом режиме камеры заработали около месяца назад и уже доказали свою эффективность. Нарушителя патрулю ГАИ в Лиде и Березовке найти теперь гораздо быстрее. А помогают им в этом камеры видеофиксации. Госавтоинспекция лично не сомневается в эффективности камер видеонаблюдения, а с их появлением еще большего профилактического воздействия в отношении граждан. Участникам дорожного движения на заметку. Не стоит нарушать правила хотя бы в интересах собственной безопасности. А нарушители теперь снимают камеры видеофиксации. Возможно, теперь водители станут еще более внимательными, а ДТП на дорогах станет меньше.